Сегодня приказом главы региона был назначен новый руководитель областного управления внутренней политики. Теперь эту должность будет занимать Даул Бисенкулов. Нового руководителя управления представила заместитель акима области Сулушаш Курманбекова. В своем выступлении Сулушаш Курманбекова отметила многолетний опыт работы Даулета Бисенкулова на государственной службе. Она выразила надежду на то, что и в дальнейшем он будет также достойно выполнять свои обязанности на новой должности. В первую очередь мы всем коллективам нашего ведомства должны реализовать политику лидера нации, особенно в части, касающейся регионального развития, планов и поручений, которые ставит перед нами администрация президента страны. Я приложу все свои силы и знания для этого. Спасибо за доверие. Уверен, совместной работой мы сможем добиться успеха. Дауыл Бисенкулов родился в 1975 году по национальности казах, образование высшее. В 1997 году окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт по специальности инженер-механик. В 2015 году Тарасский инновационно-гуманитарный университет по специальности государственное и местное управление. В разные годы работал ведущим специалистом отдела миграции и демографии Жамбылского района, главным специалистом отдела организационной общей внутренней политики аппарата акима Жамбылского района, руководителем отдела внутренней политики акимата Жамбылского района. С октября 2011 года заместитель руководителя управления внутренней политики акимата Жамбылской области. Нургали Сабитов, Адильбек Самаликов, 77 News.